Анри Матисс. Фрукты и бронза. Натюрморт Матисса «Фрукты и бронза» однажды стал фоном для портрета коллекционера и мецената Ивана Абрамовича Морозова, написанного Валентином Серовым в 1910 году. Сейчас он хранится в Третьяковской галерее. У Серова, кстати, были довольно сложные отношения с творчеством Матисса. В письме жене Серов подробно описывает свои неоднозначные впечатления от знакомства с картинами француза. Матисс, хотя чувствую в нем талант и благородство, но все же радости не дает. И странно, все другое зато делается чем-то скучным. Тут можно призадуматься. Как будто жестко, криво и косо, а между тем не хочется смотреть на висящие рядом вещи мастеров, исполненные в давно знакомой манере. И хотя Серов старался сохранить фрукты и бронзу на портрете Морозова максимально приближенными к оригиналу, ему все же не удалось передать то абсолютное отсутствие объема у предметов – вазы, статуэтки, фруктов, которое делает их похожими скорее на часть узора на ковре, чем на самостоятельные объекты на его фоне. У Серова, кажется, даже проскакивает какое-то подобие линейной перспективы, которой у Матисса нет и в помине. Видимо, ему было не так-то и просто избавиться от устоявшихся академических привычек. А вот у Матисса с этим проблем не было. Напротив, к тому моменту своей карьеры он уже просто не видел смысла в реалистичном изображении. «Мне стало неинтересно копировать предмет», – разъяснял он в книге «Записки живописца». «Зачем писать внешний вид яблока, как бы похоже ни получалось? Что пользы в копиях предмета, который природа и без того поставляет в несметных количествах, и который всегда можно вообразить себе еще более красивым. Важно показать отношение предмета к художнику, к его личности и способность художника организовать свои ощущения и чувства. Композиционный принцип, по которому построены фрукты и бронза, станет одним из любимых у Матисса. Он напишет еще немало натюрмортов на фоне причудливо разложенного ковра или ткани, которые занимают на картине сразу две плоскости – горизонтальную и вертикальную. К тканям у художника было особое отношение благодаря его происхождению из города Баен, славившегося искусными ткачами, а с коврами вообще случилась мистическая история. Прежде всего, Матисс питал слабость к арабской культуре и искусству, к восточным орнаментам и арабескам. А где же еще, как не на коврах, их всегда в избытке. А кроме того, в биографии художника британская писательница Хиллари Сперлинг описывает замечательный случай. В 1884 году в Баене выступал бельгийский гипнотизер Доната. На сеансах он внушал добровольцам из зала различные образы, под действием которых те начинали пытаться собирать воображаемые цветы или пить воду из ручья, которого в действительности не было. Когда настал черед юного Анри, что-то пошло не так. У него внутри что-то словно щелкнуло. Сквозь зеленую траву и голубую воду ручья на полу проступил обычный ковер. «Нет!» – закричал он. «Я вижу ковер!» Случившееся на сеансе массового гипноза стало для Матисса некой точкой отсчета. «Как бы далеко не уносила меня фантазия, – любил повторять он, – я никогда не терял из виду ковер».